Ретромания с Андреем Разиным. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня, как всегда, с вами на волнах Ретро-ФМ ваш Андрей Разин. Сегодня, как всегда, наша любимая программа «Ретромания». Сегодня мы с вами поговорим о творчестве Димы Маликова. Ретромания с Андреем Разиным. Дима родился 29 января 1970 году в городе Москве. Отец Димы очень известный музыкант, мой хороший друг, и вообще я считаю, что это легенда нашей советской эстрады и советской музыки. Это, конечно, Юрий Федорович Маликов, заслуженный артист России, создатель и художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Мама Димы, Людмила Михайловна, в прошлом солистка балета, сейчас концертный директор коллектива Дмитрия Маликова. У Димы также есть сестра, ее зовут Инна, выпускница, кстати, актерского факультета Российской академии театрального искусства. Теперь она уже, естественно, и певица. Дебютировала она в 2000 году с сольным альбомом «Кто был прав».
Ну и, конечно, не могу не сказать о Диминой супруге. Супруга Лена, дочь Стефания, она родилась в 2000 году. Если мой сын в 2001 году, то Стефания родилась в 2000 году. Она немножко старше моего сына Саши. Но, тем не менее, это очень очаровательное существо, которое сегодня уже дает такие музыкальные вариации, что я думаю, что это наше будущее, конечно, певица. Мне вообще нравится эта семья, потому что семья сугубо музыкальная. Я хочу вам только единственное, что сказать. Это такой был небольшой клан семьи Маликовых, где они росли в большой идиллии творчества. Можно сказать, кто вообще работал в группе «Самоцветы». Это Владимир Пресняков, Владимир Петрович, это отец Володи Преснякова. Это Лена Преснякова, это мама Володи Преснякова. Вы можете представить вот такое созвездие высоких имен музыкантов? Как вы думаете, конечно, могли родить самого лучшего, самого обаятельного исполнителя? Дима, ему по жизни очень повезло, потому что он родился именно в 70-м году, когда было событие, которое произошло тогда в наши советские времена. Все слушатели ретро-ФМ знают об этом событии. Это прежде всего создание вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Целая эпоха прошла этих песен через всю нашу жизнь, через мою сознательную, по крайней мере, жизнь, потому что в 70-м году я пошел в школу. И помню хорошо все песни, которые пела эта группа. Практически я рос песнями этой группы. Но, естественно, конечно, Дима, он, будучи сыном самого отца, руководителя такого великолепного ансамбля, и находясь практически постоянно на колесах, постоянно на гастролях, он впитывал атмосферу именно создания новых песен. При нем обсуждались выступления, при нем происходили крупные выступления этой группы. Поэтому очень много впитал он себя музыкального. И в возрасте полутора лет Дима уже сам надевал наушники и слушал пластинки «Битлз», привезенные отцом из-за границы.
Ретромания с Андреем Разиным. Я хочу сказать, что Дима в детстве мечтал быть хоккеистом. Например, если мой сын Саша пошел в этом году в спортивный клуб ЦСКА именно на футболиста, но он поборол в себе это чувство, что не буду я, так сказать, подчиняться своему папе, не пойду в шоу-бизнес, а как старший мой сын решил все-таки уделить себя спорту, то в отличие, конечно, от Димы, Саша принял очень резкое решение и сказал, что хочет только быть футболистом. Но Дима мечтал быть хоккеистом, при этом с 5 лет он занимался в музыкальной школе по классу фортепиано. Потому что Юрий Федорович ему говорил, что «Димочка, я разрешу тебе играть в хоккей только в одном случае, если ты будешь заниматься музыкой». И, конечно, в качестве пианиста состоялось его выступление. И в школьные годы, в 14 лет, он сочинил свою первую песню. Называлась она «Железная душа». Когда мы разговаривали с Димой, он очень часто говорил о том, что это была первая его такая песня. И вот именно название «Железная душа», она покорила практически всех музыкантов тогда группы «Самоцветы», потому что именно эта песня показывала его характер, что он все-таки пришел в музыку на долго и навсегда, и эта железная его такая железная мысль рассчитывала его на то, что все-таки это окончательный выбор его профессии. Именно тогда Дима Маликов окончательно оставляет свою детскую мечту стать спортсменом. Рояль становится второй частью его жизни.